Ритка отказывается подписывать контракт с поставщиком оборудования, которого предложила Амалия. Васька по просьбе Ольги Алексеевны излечивает Борюсика от алкоголизма. Ритка переживает. Ей кажется, что Борюсик ее разлюбил. Она приходит к нему в клинику вместе с Петиком, которого представляет как своего жениха. Тем временем в Радужном Анна Вадимовна тепло принимает Юрия Владимировича. У них появляется надежда на совместное будущее. Елизавета Андреевна, я буквально на минутку. Постой, я говорила с ним. С кем? С Артемом? И что он сказал? Что-то странное, похожее на пароль. О каком-то цветке. О лилии многолетней? Ты знаешь, о чем это? Елизавета Андреевна, это ни о чем. Это о ком? Это имя и фамилия женщины, которая сидит в психушке за нечаянное убийство мужа. Девочка моя, у тебя странные знакомые. Я боюсь за тебя. Совершенно напрасно. Артем помогает этой женщине в качестве адвоката по моей просьбе. Так что он сказал-то? Что с ней все в порядке. Это очень, очень хорошая новость. Очень. Расскажи мне хоть что-то, девочка. Я боюсь, ты наделаешь глупостей. Я не наделаю. Я умная и осторожная. Я скоро буду, не волнуйся. Пап, привет. А ты когда вчера пришел? Что-то я не слышала. Да. Ну, поздно. Правильно сделала, что не дождалась. А сейчас ты куда бегал? Я просыпаюсь. Нет как-то знаменитого стука твоей машинки. Тебя нет. Ну, слушай, как у тебя дела? Чем занималась вечером, а? Я? Да. Я ходила на творческий вечер, ну, вечер поэзии великого писателя Ивана Исконного. Что ты говоришь? Это уже интересно. Ну-ка, можно кофейку глотнуть? Пожалуйста. И с кем ходила? Я ходила с твоим неудавшимся, несостоявшимся соавтором и с следователем Доминики. О, нет, боже, что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом. Смотри, стихами заговорил, а? Папа, подожди, что-то с тобой не так. Что? А ты что, с мамой поссорился? Да что? У нас с твоей мамой вообще, знаешь, эти чики-пики. С ней невозможно поссориться, она само совершенство. Да. Обо мне так никто не говорил. Чего? У тебя еще много времени. Вот достигнешь совершенства, и кто-то обязательно это заметит. О.
Так. Аня, ты вся светишься. Будем тебя использовать как дополнительный источник освещения. Аня, что с тобой? Со мной? Все. Ты где вчера была? У себя дома. Ага. А этот твой Лев Толстой? Тоже. Тоже. У тебя? Анька, я все правильно поняла. Вот это да! Вот это да! Ну, ты меня удивила. Ой, а уж как я себя удивила. И где он теперь? Уехал. Уехал. С первой маршруткой домой. Его там ждут. Между прочим, наша дочь. Так. Если б я тебя не знала, Аня, я бы решила, что ты с ума сошла. Ой. А я и сошла. Ой, сошла. Как ты решилась? Не знаю. Как-то все само собой получилось. Мы с ним пообедали. Поговорили. Он сказал, что хочет знать всю мою жизнь без него. Проговорили весь вечер. Знаешь, мы с ним похожи. Одинаково думаем, одинаково смеемся. Сколько лет я его ждала. Дождалась. А если он тебя не так поймет? Ну, тогда я ошиблась. Значит, он не тот человек и не о чем жалеть. Но все-таки у нас не взрослая дочь. Так, это за твой счет. Давай рассчитываться, милый. Ты это Горелому приплюсуй. Ага. А ты мне не указ. Чего разорался с утра? Опять раскодировался? Сплюнь, баба. Скоро у меня настоящая клиника будет. Буду в белом халате. Медсестра. Заработаю себе на новый костюм. Да? Много берешь за работу? Слушай, я пришел к тебе посоветоваться. Милка говорит, вроде, если целители берут деньги, вот, то у них талант пропадает. Ну да, я тоже где-то слышала. Вот. Я чего? Я в приемной поставил себе такую хрюшку, такая яркая, выразительная, на мусорке нашел. Знаешь, прям просит, положи в меня денежку, положи в меня денежку. Вот. Вечером, значит, ее хрест расколол и... А там миллион. Во! Во! Два. Догадливая. Ты представляю. Вась, ну ты забыл, где мы с тобой работаем? То на рынке мы с тобой работаем. И что ж получается? Я свою родную космическую энергию вот так зазря расходовать буду. Да есть же выход-то, есть. Какой? Поднять
так свой талант потерять. Ой, Господи. Если преграду нельзя взять, ее надо обойти. Возьми банку, но стеклянную. Надежно. Им же стыдно будет при тебе мусор-то бросать. Все же видно. Точно. Ну. Анжелка, ты мне прям, ты маркиза ангелов, ты мне послана сверху. Ну так пользуйся, пока жива. Ну ты бы мне это, в благодарность бы, предсказал бы что-нибудь хорошее. Ну, например, когда Зямчик женится? Нет. На собак мое ясновидение не распространяется. Очень зря. Надо совершенствоваться. Собаки делают нас людьми. Да. Да, заходите. Можно? Да. Здравствуйте. Меня зовут Доминика Никитина. Мне очень нужна ваша помощь. Спрашивайте, чем можем, мы вам поможем. Я разыскиваю свою сестру, названную сестру. Вернее, ее историю появления на свет. Ее зовут Маргарита Калашникова. А почему вы приехали именно сюда? Дело в том, что она приемная дочка и происхождение своего практически не помнит. А у меня есть сведения, что она воспитывалась именно в вашем детском доме. Вполне возможно. У нас кустовой детский дом и дом малютки, поэтому сирот сюда свозят со всей области. Еще раз повторите, как ее фамилия? Вы хотели со мной поговорить? Да, Рита, присядь. Это серьезный разговор. Прошлую ночь я почти не спала. Думала об эпизоде с систем-сервисом. Его можно было бы и забыть, конечно, но он вызывает у меня серьезные опасения, касающиеся твоего стиля управления. Он, мягко говоря, авторитарен. Для меня это слишком сложно. Выражайтесь попроще. Я же все-таки торговала посудой. Не кривляйся. Твое самоуправство, вопреки здравому смыслу и стилю делового общения, может принести нам массу бед. Сейчас во главе компании нас трое. Ты, я и Татьяна Николаевна. А практика показывает, что коллективное руководство никогда не приносило ничего хорошего. А что вы предлагаете? Обчекрижить нашего трехглавого дракона и сделать из него ящерицу с вашим лицом? Я предлагаю сесть за стол переговоров и договориться о разделе полномочий. Так, еще раз повторите, как ее фамилия? Калашникова. Калашникова. Да нет, ну не было вроде такой. Я здесь со дня основания детского дома. Я почти всех детей помню. Со многими связь поддерживаю. Не было у нас такой. Не было. И я не помню. Вы посмотрите еще раз внимательно. Калашникова Маргарита Викторовна. Год рождения 1981. Место рождения Радужный. Родители неизвестны. Мама жива вроде бы. Но где она, я не знаю. Да нет, ну не было у нас такой. У нас Маргарит вообще не было. Не было. Ну, может, действительно стоит поискать в других архивах, где-то среди беспризорных детей, из неблагополучных семей. Вы же говорите, где-то у нее мать была. Была. Может быть, имеет смысл созвониться с детдомами соседних областей? Ну вот, а я надеялась, что хоть что-то выяснится. Можно я оставлю вам свой номер телефона? И если вдруг вы что-то узнаете, сообщите мне, пожалуйста, хорошо? Для меня это очень важно. Я буду очень благодарна. И у меня личный вопрос один. Я даже не знаю, как сказать. Ну, вы смелее говорите, мы, если сможем, ответим. Вы случайно не знаете Юрия Владимировича Шевчука? Знаем. Да вы не подумайте ничего плохого, я его дочь. Просто я вчера его увидела здесь, у вас.
Мне это показалось странным. Вы не знаете, что он здесь делал? Он приехал ко мне. Это что же выходит? Вы хотите стать во главе Суперники? А давайте переименуем в Супер Амалию Аномалию. Маргарита, я все жду, когда твоя непосредственность войдет в русло благопристойности. Но очевидно, что мои ожидания напрасны. Ты иногда такое несешь, что вянут уши. Я сказала о разделе полномочий в том смысле, что если я, к примеру, отвечаю за финансы, а Татьяна за поставку оборудования, то ты не должна вмешиваться в наши решения. Тем более в присутствии уважаемых клиентов. Тем более в присутствии уважаемых партнеров. Это вы уважаете вашего Любомира. А я этого жука насквозь вижу. Без рентгена. Я таким жукам на рынке рога пообламывала без наркоза. А вот почему вы его защищаете, для меня вопрос. Выходит, верны мои предположения, что вы в доле. Правильно? Жду ответа, как контролер билета. Ну что ж, давайте знакомиться заново. Я Анна Вадимовна Яровая, мама Дианы, вашей сводной сестры. Я должна была догадаться. Ну, дело в том, что Юрий Владимирович приезжал сюда для того, чтобы попросить нас с Викторией Павловной выяснить кое-что про Артема Боева. Вам ведь знакомо это имя? Да. Мы выполнили его просьбу. А вы не могли бы рассказать мне о результатах этого вашего расследования? Я хорошо знаю Артема. И недавно я получила письмо с очень неприятной информацией о нем, поэтому это дело меня тоже касается. Юрий Владимирович показывал нам такое же письмо. Грязную, мерзкую анонимку, в которой Артема описывают как брачного афериста, обобравшего семью и бросившего жену с малолетним сыном. Ну, поскольку он живет, вернее, жил до недавнего времени в нашем городе, нам было нетрудно докопаться до истины. Мы нашли его жену. Жену? Вернее, бывшую жену. Бывшую жену Антонину Боеву. Я пропускаю мимо ушей твое хамство и оскорбительный тон только потому, что действую в твоих интересах. Мне становится совершенно интересно. Как говорит моя подруга по рынку Анжелка, подходи, рассказывай, доставай, показывай. Боже, ты забыла о крокодиле. Ты недавно показывал мне смс-сообщение, в котором некто крокодил велел тебе подписать договор с System Service. Забыл? Да. А ты не послушалась. Я про него забыла, да. Да? Я не знаю, кто такой крокодил. Я не знаю, почему ты его боишься. Я уже не боюсь. Боишься. Где шлялся? И что это за бабы, которые сюда приезжали? У подружки своей спроси. У Валентины. Что-то она там в детдоме наплела. В общем, это ее разыскивали. Зачем? Ну, помочь хотели. Или тебе такое слово не знакомо? Похами мне еще, похами. Мало получаешь? Слушай, Надька, ну когда ты от меня съедешь, а? Ты же меня терроризируешь. Потерпишь. Вот денег срублю, тогда я съеду. Ты ж меня не прокормишь. Я не собираюсь. Это баба-брюнетка. Директриса детдома?
Ну, не знаю я. А я вот знаю. Виктория Павловна. Ну вот и получается, что те страшные факты, о которых говорилось в анонимке, оказались чьей-то грязной попыткой очернить доброе имя этого человека. Его жена рассказала всю историю их семейной жизни. Артем женился на ней, собирался усыновить ее ребенка от первого брака, но... Но тут появился бывший муж, и Антонина не устояла. А Артем застал их, когда они были вместе. Так что его можно только пожалеть. Так раз жизнь его и в один миг и сломалась. Но поступил он как настоящий мужчина. Он, конечно, понять и простить не смог, ушел из их жизни, но... Но оставил и квартиру, и до сих пор содержит ее и ее сына. Так что какой он брачный аферист? Он брачный альтруист. И мы очень рады, что нам удалось все это выяснить и рассказать Юрию Владимировичу, а теперь вот и вам. Спасибо вам большое. Вы даже представить себе не можете, как важно вот все то, что вы мне сейчас рассказали. И Юрий Владимирович очень обрадовался. И мы, кстати, тоже очень обрадовались. Вот так. Так что, девочки, нет ничего хуже, чем ложь. Да. Садись. Чего ты встал? Рядовым мне положено сидеть в присутствии высшего руководства. Кончай прикалываться, не до шуток. Помнишь, мы с тобой говорили о крокодиле? Было дело, ты мне еще по этому поводу пасть закрыла. Мол, не задавай лишних вопросов, целее будешь. А сейчас хочу открыть. Расскажи мне все, что ты знаешь о крокодиле на сегодняшний день. И помоги мне. Дело в том, что за этим стоит большая тайна. Я тебе не могу рассказать ничего об этом. Пока не могу. Ну, в общем, мне одной с этим не справиться. Скажи, я могу тебе довериться? Петя, ты куда пошел? Я сейчас землю принесу и есть буду. Ты что, рехнулся, что ли? Хочу, чтобы ты мне поверила. Петр Зайцев – могила. Да прекрати ерунду говорить. Петя, узнай, пожалуйста, что делает в городе этот крокодил? И знает ли он обо мне? Это очень важно. Угу. Вот, торговки приволокли. Сказали, какой-то полоумный иностранец бродит по нашему рынку, ищет что-то. Час от часу не легче. На кой мне сдался? Excuse me, месье. Мне дали ваш адрес в клубе. В собачьем клубе. Интересно, что это собачий клуб присылает ко мне иностранцев? Вам, наверное, на птичий рынок надо, милейший. Что это у вас в руках? Адрес. Позвольте полюбопытствовать. Ой. Анжела Михайлова. Да, Анжела. Все и прояснилось. Прошу вас, присаживайтесь. Свободен. Я Пашаев Самвел Михайлович. Анжела Михайлова работает под моим руководством. А я директор этого рынка. А, простите, с кем имею честь? О, пардон, ма, сюпле. Прошу извинить. Андре Савиньон, дизайнер. А, Савиньон, что это знакомое? Это сорт винограда. Из него делают вино. Ага, прекрасная фамилия, прекрасные ассоциации. Легко запомнить. Вы поможете мне найти Анжелу? Не могу, у меня глаза болят. Ага. Вась, так понимаешь, по понедельникам я уже не пью. Ну,
кино смотрю. Yeah. Да. А вот вторник, среда, рабочий. Хорошо. Вот. Убираем вторник. Среда. Четверг, пятница. Может, в субботу, воскресенье все-таки оставить? Не-не-не-не-не-не-не. Ну, воля твоя. А больно не будет, Вась? Ну, я тебя что, режу, что ли? Не, ну, Вась, ну, там, я не знаю, цвет лица не испортится. А он у тебя хороший? Хам! Что? Все, все, молчу, Вась. Давай, я готова. Свободно. Что? Все? Ой, я же даже испугаться не успела. А поможет? Поможет, поможет. Да? Учитесь вышивать, ага, вязать, ага, штопать. Появится много свободного времени. Нужно как-то понять, как им распорядиться. Ага. Ага, да, отлично. Да, ко мне. Здесь. Ага, ну все. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Не кашляй. Ага. Ну все. До свидания. До свидания. А, простите, я вы... Я француз. По отцу. Ага. А моя мама и бабка родом из этих мест. Да вы что? Интересно. А позвольте полюбопытствовать, зачем вам понадобилась моя работница? Поймите, я как бы за них отвечаю, тем более в рабочее время. О, пардон. Мне нужна Анжела по личному делу. Угу. Моя девочка должна жениться. И за этим я приехал к Анжеле. Угу. Значит, вы приехали жениться на Анжеле? О, нет. Моя девочка, Жозефина. Так, я... Значит, что, Жозефина будет жениться на нашей Анжеле? Нет, но... Нет. Моя девочка... А, собачка. Бог мой. Девочка, собачка. А! Я все понял, я все понял. Пойдемте, пойдемте. Я думал, что это? Жозефина, собачка, девочка. Да? Крокодилыч, ты живой? Ну, вроде да. Нужно встретиться. Я уже на рынке, где тебя искать? Ну, давай, подъезжай сюда. К Ваське, в офис. Ну, то есть, в сторожку. Я у него здесь бухгалтером работаю. Давай, в общем, жду. Это кого ты ждешь? Да, Петька. Бывший участковый. Он теперь не Петик. Он у нас, ого-го. У него такая крутая тачка. Круче, чем у Самвела. Всех ты. Маргарита облагодетельствовала, кроме своего друга Васьки. Ну, ничего, ничего. Скоро и меня по телеку покажут. Что ты там делаешь, а? Что? Знаешь, так, банки катаю. Петруш. Петруша, родненький, я так скучаю по тебе, ведь я тебя совсем не вижу. Ну, увидела. Не мешай, я на задании. Петенька, а как же я? А так, твое задание одно. Прибрать, приготовить, подать. И в угол сидеть тихо, как мышь под веником. И мужем гордиться, поняла? Конечно, поняла, Петенька. Конечно, поняла. Родненький,
миленький, ведь ты меня не бросишь. Ну вот я еще посмотрю. Это что такое значит «посмотрю»? Я тебе дам задание. Вить, я пошутил. Ну, я тебе дам задание. Ты посмотри, Вить. А? Иди давай. Эх, была бы Ритка сейчас, сказала бы. И оттуда, и отсюда смотрит на тебя посуда. Подходи, не ленись, тут кастрюль завались. Что ты кричишь? Ой, ну так я не кричу, это товар рекламирую. Сова? Чё? Сова бьен, Анжела. Месье Андре, это вот Анжела Михайлова, наша, так сказать, ударница кастрюльно-сковородочного труда. Вы тут сами разберетесь, кто на ком женится. Ты, Казанова. Казанова, смотри, не опозорь нос. Хорошо? Excusez-moi, месье Андре. Je dois aller travailler. Салю. Алло. Ну, теперь я узнаю, я попал куда нужно. Бонжур, мадам Анжела. Бонжур, месье. Гутен морген. Ну, только я не мадам, а мадемуазель. Разрешите представиться. Андре Савиньон. Дизайнер. А, простите, вот. Вот моя визитка. Анжела Михайлова, менеджер по продажам. Вы извините, новые визитки еще не напечатали, а старые уже закончились. Это и есть тот знаменитый Зяма? Да, Зяма. Зяма, видишь, слава тебе уже по всей Европе идет. Ну, да? Мадемуазель, я поражен. Я, конечно, представлял себе вас в некотором роде, но действительность превозошла все мои мечты. Я восхищен. C'est magnifique. Вы подержите, пожалуйста, Зяма. Я вижу, по глазам вам можно доверять. Вот здесь. Последите за палаткой. А тут каждый так и норовит что-нибудь стебет. Я сейчас. Я быстро. Ладно? Сейчас. Зяма. Это невозможно, Петя! Ну, чё ты без очереди, а Вась? Ну, он думает, что мне так ему можно все, а? Выйди, запишись, как люди, и зайди так, все, так, Вась. Так. Я попросил бы очистить помещение. Здесь будет проводиться следственный эксперимент. Это касается вас и вас. Кто? Петя, ты мне так весь бизнес погубишь. Я даже не заработаю на золотые зубки себе. Ты фильм про Штирлица видел? Видел, а кто ж его не видел? Хороший фильм. Помнишь встречу Штирлица с женой? Ой. Помню. Дай, даран, дара, дай, да-да. Так вот, считай, что с крокодилом у нас такая же встреча. Ой. Давай. Куда катится мир? А кто из вас Штирлиц, а? Вася. А? Я пошел. Не ожидал от тебя, Петька. Ты что тут нагородил-то? У нас в городе, знаешь, какие бабы языкастые? Разнесут, и потом не отмоешься, еще кликуху прилепят. Да ладно тебе ныть-то, ну? Че ты ноешь-то все? Буду проводить допрос здесь по всей форме, хотя не в отделении. Имя, отчество, фамилия. А то ты не знаешь. Топорков Виктор Мефодьевич. Был, состоял, привлекался. Может, еще год рождения сказать? Да ладно, хватит. Действительно, не жениться ж мне на тебе. Мент, ну есть менты. Шутки у тебя ментовские. Откуда знаешь Маргариту Калашникову? Где познакомились? При каких обстоятельствах? Что между вами было? Ты чего все пристали с этой Калашниковой? Кто все? Ну, Васька он спрашивал. Отвечай по сути вопроса. Кто меня с этой Калашниковой не знакомил? Не знаю ее, никаких отношений у меня с ней нет. Вообще, в гробу я ее видал в белых тапочках. Но, ты думай, что говоришь. Жузи, Жузи,
Жузи. Это вы? Ну, а кто же еще? Я разбит, как Наполеон под... Бородино. У нас в кроссворде был такой вопрос. Полрынка опросила, никто не мог отгадать. А только вот, слава богу, Семеновна помогла. Она раньше училкой была, а сейчас отравы для крыс торгует. Говорите, пожалуйста, помедленнее. Я не все понимаю, когда так быстро. Кто отравил крыс? Да забудьте, это я так, для связки слов. А это что, наша невеста? Да, это есть моя Жозефина де Бугарне, названная так в честь супруги, как у вас говорят, Наполеона Бонапарта. Неужели вы сами не понимаете всю абсурдность ваших подозрений? Зачем мне рубить сук, на котором я сижу? Вот полюбопытствуйте. Я не поленился, сходил к вашему начальству. И получил рейтинги вашей телекомпании после того случая в прямом эфире. Согласитесь, цифры весьма впечатляющие. Это для местной телекомпании. Весьма стойкие. Наверное, ждут, пока вы еще кого-нибудь замочите в прямом эфире. Любой рейтинг. Понятие абсолютно абстрактное. Вы хотя бы знаете, как они определяются? Не знаю и знать не хочу. Я знаю одно, что рейтинг – это престиж телекомпании. Я не планировала показывать весь этот ужас в прямом эфире. Я журналист. Моя профессия – создавать классный телепродукт. Правильно, классный телепродукт. Современного зрителя сейчас ничем не проймешь, только убийством. Ваша профессия – создавать рейтинг. И вы с этим очень хорошо справляетесь. Дались вам эти рейтинги, а? Я вам еще раз повторяю. Я не знаю, как это могло произойти. Я этого не планировала. Ольга Алексеевна, ну зачем вам выдавать за случайность то, за что вам хорошо заплатили? Кто заплатил? За что это мне заплатили? Ну, признайтесь, сколько вам заплатило ваше начальство? Насколько мне сообщили конфиденциальные источники, после вашей передачи ваша телекомпания заключила договора с очень крупными рекламодателями. А значит, получила деньги. Вы можете опровергнуть этот факт? Я не знаю. На первый взгляд, все, что вы говорите, очень логично. Но убить человека даже ради очень выгодной продажи рекламного времени – это уж извините. Подстроить данную ситуацию вам не составляло труда. У вас много знакомых, в том числе и в медицинской среде. Тот же доктор Медведев. Он мог выступить консультантом, исполнителем. Вам заплатили огромную сумму за столь нестандартный пиаровский ход, и вы с ним поделились. Найдите слабое звено в моих рассуждениях. Да, конечно. Хорошо, до встречи. Борис Михайлович, у меня радостная весть. К нам записались две пациентки. Наверное, приезжие. Будут через час. Это же прекрасно. Так? Это на 200% больше пациентов, чем у нас было. Мариночка,
Приготовьте все к работе. Проверьте манипуляционную, наличие препаратов для инъекций. Борис Михайлович, куда вы, а пациентки? Я успею. Это очень важно. Вы же не представляете себе, как это важно. Я чувствую, Ника, что что-то происходит с тобой, а ты не хочешь поделиться со мной. Мое сердце болит за тебя, моя девочка. Если честно, я просто хотела вас поберечь. Если рассказывать, то рассказывать надо с самого начала. О том, как я обрадовалась долгожданной беременности. Как сообщила об этом мужу. О том, как он в этот же вечер меня изменил. О том, как я об этом узнала. О том, как я села в машину, рванула на нашу городскую квартиру и попала в очень серьезную аварию. Потеряла ребенка. Девочка моя, прости меня, что я заставила тебя вновь пережить это. Да ну что вы, Елизавета Андреевна. Я это все уже пережила. Это, конечно, страшно. Но это прошлое. Надо будущим жить. Я это прекрасно понимаю. Как вы сказали недавно, никогда не говори «нет» близкому человеку, не исчерпав всех возможностей найти с ним общий язык. Общий язык. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Привет, привет. Посторонних дома нет? Да нет, Диана ушла со своим новым кавалером. Эврика! Я все понял. Говорить буду медленно, а вы вникайте. Значит так. Теперь следователь обвиняет в покушении на убийство Риты Ольгу Алексеевну, так? Так. Но ведь он сам при обыске в санатории в номере Доминики обнаружил этот злополучный препарат, пачку целую, но без одной ампулы. Так. Ну, а если он ищет новых подозреваемых, значит, он не уверен в том, что эта пачка считается уликой, так? Ну, так, так, так. А если он не считает этот препарат уликой, значит, он знает, что Доминики его подбросили. И знает, кто. Выходит, не зря этот скользкий подонок Ник-Ник вымогал у вас взятку. Так. Выходит, он действительно хотел таки сдать нам своего таинственного патрона, который задумал и осуществил эту грязную затею. В точку. Но ведь выходит, что мы теперь его спугнули. Получается, что так. И кто же мы с тобой после этого, Боря? Борис. Мученики. Мы с вами мученики. Юрий Владимирович, просто мы два хороших, порядочных человека, не приспособленных для жизни в этом мире подонков, подлецов и мошенников. Мы с вами ископаемые.